Ресанта P28-800K – эффективный перфоратор для бытового и профессионального применения. Инструмент поставляется в прочном пластиковом кейсе черного цвета и комплектуется боковой рукоятью, ограничителем глубины сверления, пользовательской документацией и гарантийным талоном. Перфоратор компании Ресанта представляет собой инструмент ударно-вращательного действия. Мощность электропривода достигает 800 Вт, что позволяет развивать скорость вращения шпинделя до 1100 оборотов в минуту и сверлить отверстия в бетоне диаметром до 26 мм, в древесине до 28 мм, а в металле до 13 мм. Сила удара достигает 3,4 джоулей. При частоте 5200 ударов в минуту. Корпус выполнен из пластика, при этом основная рукоять прорезиненная. Вместе с дополнительной ручкой, установленной сбоку на уровне редуктора, обеспечивается уверенный хват инструмента. Обратите внимание, что положение боковой рукояти можно фиксировать под наиболее удобным для работы углом. Верхнее отверстие на дополнительной ручке монтируется шток ограничителя глубины и фиксируется зажимным винтом. На основную рукоять вынесена кнопка фиксации для продолжительной работы с устройством без удержания курка подачи питания. Перфоратор подключается к бытовой электросети на 220 вольт с помощью кабеля, выведенного со стороны основной рукояти. Устройство предлагает три режима эксплуатации – сверление, сверление с ударом и дробление. Для выбора режимов предусмотрен круговой тумблер на левой стороне корпуса. Ближе к тыльной стороне вынесен переключатель реверса, который пригодится для выворачивания шурупов и освобождения сверла в случае его застревания. Подведем итог. Перфоратор Ресанта P28-800K предназначен для бурения отверстий в бетоне и камне, а также для разрушения кирпичной кладки, пробивания штроб и борозд в бетоне. Также с его помощью можно выполнять сверление отверстий в различных конструкционных материалах.